Спасибо. Слушай, у нас почти все с КД. У нас только, получается, Корнеас принял и этот, и краш-тест. И Кубоб. И Кубоб. Я на Ханса принял. Мы это запомнили. Так и нравится Боба зовут. Блять. Кто у нас тут? Войт, давай ты в танка. А, не, подожди. Рос, может быть, ты лучше? Да я тут уже. Мне без разницы. Но я сейчас дамажу миллионы. Хорошо, Войт, давай ты в танка. Невер, тебе ассиста, ты ставишь на звездочки. А смотрите, что с шмани забрался. Дай ему ассиста, Рос. Тыкните у меня все, пожалуйста. Чего вы... Да у него есть ассист. Сумонит утера. У шаманизма есть ассист. У Невера. У Невера. Шаманизм, смотрите, пожалуйста. Спасибо. Так, по звездам у нас будет играть Невер плюс Кару, плюс Дрич, плюс Айнан. Бля, а чё у него Алголона? Войд в танка. И я в танка. Я танчу первый. Давайте пойдем направо сразу. Где Джиджи снайп? Тыкните. Остальные, а, кого еще? Шаманизма не хватает. Я сейчас, секундочку. Мне с вами пришел, сейчас я нажму. Прицеп. Делай, что хочешь. Да все понятно, делай, что хочешь. Извините. Делай, что нужно. Так вы Везакса убили, да? Я все понял. Какие звездочки? Это я о чем? Подожди. Идеально, если это шутка, тяжело воспринимается. Я не очень понимаю. Да все, уже поздно. Блять. Я пропустил все, извини, но я как бы в следующий раз, если ты пошутишь, буду внимательнее и посмотрю. Так, слушай, а нам точно хилов хватит? Посмотри, уже один упал. Дрыч, короче, токены на локов не падают вообще. 3 токена на паладина упало. Ни приги, ни молотка тоже не упало. Говно одно падает. Не, за пригу обидно. Согласен. Ничего, после каждой черной полосы идет белая, как говорится. Ты когда полутал косарь ГП за одно время? Дожить бы до нее. Целая полоса, это ты про Т5, что ли? А, вы уже открыли. А, что? Блин, бред, а почему рецепт по-другому называется? Называется, допустим, тревожный аметрин. Тревожные гесанин, да, а у этого светящий страхолит и вневременной страхолит, блядь. Пиздец, придумали, блядь. И я сижу такой еще думаю, как, ну, чё, где я проебался, думаю, блядь. Так, я тут, я бегу. Босса не согласен. Так, а где сам, собственно, босс? Ребят. Умер, все, убили. Ну, расход места получается. Он тебя увидел, он умер сразу. Да не, вот только отвернулся, он сразу в крысу появился. Гори, шо за демон? Пойду я отсюда. Огурчиков. Так, огурчиков. У кого сейчас темная аура? Оптикс, у тебя? Дай мне ее. Возьми фаер. У меня. А, дай тогда мне. А мне какое? А ты возьми фаер, условно, да. В случае чего ты дашь мастер аур под, если увидишь, там много людей стоит возле этого огня. Кубов, когда фильм будешь снимать, типа такой, понял, тебе нужно так снимать, короче, типа, ты типа смотришь вперед, типа думаешь, а что, поворачиваешь камеру, а там сзади алголон появляется. Не, наоборот, должна... Какая тревожная музыка, да? Должна вся наша гильдия появляться такая, туру-туру, туру-туру-туру. Еще раз, по сферкам, там Невер, ты где? Я здесь, право. Метку на себя поставить? Держи, тебе ромбик. Я звезду вот там, где Невер стоит, там должен еще стоять Айнан, Кару и Дрич. Вот туда, где Ранечек, ну, первый будет умирать. Да, первая искра, да, появится, ой, звезда появится где-то там, возле вас. А напомните, Алголон по лору, кто по жизни? Ну, бля, анимешник. Ну, блядь. Чей-то без. Ну, это быстрее. Вот это вот отсюда стоит. Это стоял. Кару был, да. Давай, ну, Войт, давай, мой драться. Фрейм. Я Дон первый, да? Алголон, посланник титанов.
Я первый танчу. Гудлик СС Карасю, Дрыш СС Исполину, Кару СС Корнеасу. Давайте такой без флуда. Вот кто-то двое говорите и все. Звезды появились. Сейчас кара будет. Миля, кара. Миля. Миля отошли. По звездам больше урона. Мили сильно покосали. Играем за миликами, за миликами. На третьем стаке забери. Сейчас появится через секунду. Забирай. Поднимите по хп, сейчас умрет. Переведите босса. Милики сюда. А нет, кара, там нас нету. Кара. Переведите босса, пацаны, супер хуево стоит. А, похуй, нормально, все, там забили. Кого-то бэрить? Блять, а как так? Ну, вагон. Туда ж только что звезда залетела, она пропадать должна. Ну, аж со временем это делается. Все, бегите возле слева от босса. В нее будем заходить. В мили-зоне, возле танка тоже. Вы звери какие-то, уже пол хп. Стягивайтесь уже к порталу. Стягивайтесь к порталу. В портал, все в портал. Ой, тоже можешь забегать, я прожмусь. Выходим. Ой, или прожмись просто. Исполин, есть СС? Нет. Масса кру. Отбежали с мили-зоны. Мастер Аут. Нас поднимите. Умрёте. Красава. Карас, барить Исполина, быстро. Все, играйте по боссу. Забери босса. Только вставай после массовой Е. Кара отбежали. Все растерялись сильно. Хильте вдвоем. Да мы-то хилим, но... А, Войт есть бэр? Войт, дай бэр в Караса, быстро. Кранес, прожмите что-нибудь. Капу дайте Кранес. По мне звездочки играют, очень больно. Расфиряйте их, может. Кара. Сейчас. Последний запашу. Давай. Отзабрал. Все в босса сейчас играют. Вам же отдаю. Уровень 5. На звезда есть? Разбейте звезду. Нормально, зачем не трогайте? А. Суровый. Вот здесь. Ой, блять. Все нормально. Не, какое нормально. Уже все попадали. Нормально. Вайда прохил. Я добью. Прожмитесь хоть что-нибудь, потому что тяжело хилить. Я забрал. Кара отбежали, Эмилик. 1%. Охренеть, просто взорвали, конечно. Ну что, добьете? Добьем. Да, добьем. Да сколько там доберешься? 2.20? Может, и не добьем. Вы добьете. Сейчас не дам. Ой, забери, нет урона. Сейчас вообще никто не должен падать. Кару, отошли. Да что, надо еще плевать, наверное. Как можно так тупить? Тебя просто бьем. Что с хилами? Почему я один живой, а другие нет? Еще на мне звезды постоянно. Что такое? Гладиатор. А при чем тут гладиатор в ПВЕ? Опа. Заговорился. Кто умирает? Все, заговорился. Забейте. Теперь падаем. Он прожмет. Да не, уже тут все. Хилов нету. Все, падаем. Не, зачем? Портал зашли все. Пробуйте. Карл. На дверь падайте.
Да, ну почти, я бы его соло добил. Ну, с Валком, Валку нормально разъебал. Ой. Как попадать? Да, блин, все, просто у нас сейчас все такие супер несобранные после такого с легкого рейда в этот. Да не знаю, тут вообще АФК, блядь, свой босс. На зорке вообще АФК стоял, вот и сдох. Я сдох, когда сказали всем падать. Вообще не было такой инфы всем падать. Не было, да. Ну вот, когда был последний суровый удар, я АФК стал. Капец, я заруинил все. Так бы убили. А когда, блядь, сидит, вы, блядь, раки, нахуй падаете, блядь, сам упал, блядь. Блядь, чё, да я флотку просто не хочу пить, а с такой обычной не важно. Да в смысле с обычной? Тут только БК. Не, на самом деле, ДПС супер миллион, если бы еще бегали нормально. По хилу только Корнесса идеальная, остальные прям совсем плохо. Ну, мне звезда что-то только было. Один хил еще. Блядь. Могу, наверное, ползать вам помочь. Да, зайди, да, помоги, пожалуйста. Че, серьезно, что рофлишь, блядь? Серьезно рофля. Ты серьезный рофлер. Блин. На самом деле, типа, мне кажется, 2 хила даже хватило бы. В какой-то почему момент. Такое. Мне нужно сравнить. Смотри, 2 хила хватит, если рейд не будет лутать такого урона. Нет, нет, нет. Фишка в том, что типа супер мало исцеления от остальных. Ну как бы 3 хила... Как бы 3 хила упало сразу, ты еще хочешь посчитать, что... Да, упали, потому что ошибались. Ну и все, и про хил минус. А что надо брать? Хватит. Тут хватит Корнесса, идеального и ДЦшника. Да, осталось этому идеального дособирать пуху. Угу. Все, у нас 3 хила будет, ЦЛК, ХМ, там Лича будете поднимать соло. И чтобы это невзаимно еще вернулся. А, только он вернется. Ну да, второй рейд будет без хилов. Да и кто второй рейд? Ну, так, блин, второй рейд просто... выходит же на Алгалона. Мы токены просто фармим вторым рейдом. Чтобы быстрее взялиться. Да. Только бесов своих приручите, пацаны. Не берите боссов в таргет. Что там, ДБМ? Кто там стоит? Не-не-не-не, еще ж не приняли РЧ. Дайте релогин сейчас уже. Ой, сейчас все выпьют хастпоты, пацаны, миллионы надамажем. И, пожалуйста, донт, просьба от миликов. Нормально стаунти босса с пула? Я нормально стаунти, он даже не дернулся. Зачем ты ДБМ пул, если у нас еще не все приняли РЧ? Мы пуляем? А я не вижу. Мы пуляем, да. Тебя нету, да, еще кубок? Да похуй, все равно пейте тогда, че. Гера. Карась! Мелизона сейчас умрет. Сокру. Вас сокру. Печеньку ставил, милики? С третьей будет, забирай. Забирай. Печеньку, милики. Берегитесь. Кар. Бля, весь в черную дыру провалился. Что за хуйня? Ну, не такой с волками было в самом начале. Не надо так. Кара. Мили. Так, ста, что возле этого будем, да, заходить? Милики? Перед лицом там одна, да. Заходим. Сумречный. Все, я выхожу, потом тебя заменяю. Сумеречный? Суровый. Я не знаю, ну там какой-то там, что-то там. Массакра, милики отбежали от АОЕ. Забрал босса. Печеньку стакнулись?
АЗЗ, идите, взорвется. Играть по боссу. Блять, нет, нет, вы играете по звездам. Давай я один сыграю по звездам. Берегитесь. Блять, милики назад. А, слева, 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 слева. Милики, отойдите туда, под боссом. Еще 4 прилетело, видишь? Закрыли 2. Возле рамба, короче. Одна. Забейте. Карас, БР, идеально. Карас, БР, ой, Карнес, быстро, Карас. Меня еще поднимите. Что это такое вообще? Масса круда. Нас ни у кого нету. Нету меня через пару минут. Все, приготовьтесь. Подойдите ближе к порталу. Знаете, как какой-то перетаунки там. Все, тихо, тихо, тихо. Стоп, вот. Спрятались, спрятались, спрятались. Фуд, фуд, офнули. Ближний. Все. Гимна ХП, сейчас выйдем. Сразу. Ясно. Рос, забери Войд, HPR. Вайдак и Д. У идеального через 30 секунд будет. Хорошо, у Вайда сейчас будет... Поверхильте Вайда, его сейчас закинет в этот. Милики. Там надо будет забрать босса. Я понимаю, но на ком-то из миликов побудет. Я не знаю, кто сейчас второй пагро. Второй пагро, кубок, вовпро. Я точно не смогу. Я в вовпро там сразу каплю. Что сделал, что сделал? Щиток ШВ, потом, когда сейчас танк пропадет, скажу куда. Сейчас БР. Просто бьем босса. Все, БР, кара. Милики отбежали просто. Подожди, не вставай. Я? Да, конечно. Вставай. Ну все, там уже убили, чего вы волнуетесь? Все, я забрал. Ты вот такие на панике прям. А, ну да, прям совсем нас убили. Вы где-то что, ачивка? А мы еще один раз затылок? Моими глазами. Волонерчик. А сколько уже осколков? 8. 8. 1. Блин, что он так фармится? Нет, 2. Почему 1? Не падал еще. Сейчас будет. Сейчас будет. Не, на самом деле здесь, ну, с ульты получается бисовых 2 тапочек, кольцо. Я не знаю насчет кольца 39-го. Да, пояс с этого для миликов. И триня слезаться. Ну, триня, кстати, супер бисовая, она будет еще долго бисовая до ИВК. На этом, на ШП она как сидит? Да я не знаю, тебе насколько нужен крит. Я не знаю, я бы уже его отдавал по роллу или по 50 ГП. Потому что реально донт бисовый, бисовых супер мало осталось шмоток. Я могу их тебе все перечислить, которые лучше 45-х. Кот, да. Что он дает? Плащик нашелся. Кольцо и плащ. Не забирал я его. Без ГП забирается ключ собрания. Я себе сотку за него дал. А, 150. Какая бисовая шмотка. Угу. Там бисовая, да. Ну, не все. Да некоторые 100, некоторые 150. Те, которые бисовые, 150. А не, мы сейчас просто бисовые... будем делать так, что есть актуальный шмольт в Ульдуаре, который лучше, чем 45-й. Он будет стоить 140, ой, 150, а весь остальной, ну, так, типа, по халяве. Потому что, ну, он никому уже не нужен. Офспид, ну, да, можно, да, подевать. Да, да. Вот двое тапочек, пояс. Это точно бис. Триня связок с бис. Ну и все вроде. Может еще что-то, я что-то забыл. Не весь, не весь склад. Галимый только шмот, как и сейчас. Поезд сейчас есть... будет то же самое. Да, в кошельке. Смотри, есть вот такое, а есть такой. Здесь где-то? Он здесь где-то? Кошель. Так, все, все полутали, поняли? Где вы там?
А, давайте метки поставим. А вызвали кого-то? Бля, надо было уже хоть одну голову сделать. О! За 39-й лучше пояс, мне кажется. Это что кажется. Надо считать. Если лучше, надо 150 давать в него. Потому что там типа, ну... СПД много теряешь. Да, да. Там сколько? 17 СПД теряешь. И спирита много теряешь. А, конечно, сокеты. Я обычно 100. А, так, Хадир. А Торима уже позвали, да? Да. Зачем ты Хадира зовешь? Стой. Я не зову его. Фух, я уже думал, ты этот заболел. Да, не болей. Постараюсь. А? Пойдемте. Так мы ищем Донда, он у нас тут один тормозит все. Да я бегу, не бегу. Так, дайте у меня рибаф. И лапка, лапка есть. Все. У тебя краш-теста нет, Африка? А, демон, у тебя есть краш-тест? Он. Бля, охуело. Так вот, Кармес. По поводу... Да пофиг, это не так критично. По поводу гладиатора. Ты более прокачан? Не-не-не, подожди. Мы сейчас так тебе объясним потом. Так, кто у нас идет в портал? А, ты поставил уже. А, идеальный плюс 9 ТД. 9 ТД это Войд. Первая, вторая пати, кроме Войда. Да, да, согласен. Так, нет, нет, тогда... кроме меня, кроме меня. Я в танке. А, ну окей, да. Войд тогда в сове пойдет. Просто идет, да, в сове. Все, окей, тогда Войд, Дуат, Оптикс, Квадрат, Неверлайн, Вовбро, Звездочка, Фейп, Валк, Хрипат и Печенька, Рос, идеальный треугольник. Все, собственно, больше называть не буду, потому что я ничего не запомнил. Печенька, треугольник, бегут направо в всех комнатах. Квадратик со звездой налево. Оптикс, кубоугольник. Еще такой счет, как будто гномов еще меньше сделали, блядь. Ну все, пошли. Так, хастпоты все выпили. Вот кто-то снова спойлил. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Да, не щадите их. Бейте без промаха. Кстати, нужно уже попробовать ебанутую тактику через стояние всего рейда на месте. Да вообще изи, да. Ну давайте, да, стоим на месте тогда. Да, да так зачем пошел в этого моба? Делать мне дождь? Берегитесь. Бой ты, а ты не милик точно. Ты, давай теперь сус с этих с мобов. Я снимаю. Ну, блядь, на пулы это туда. А, ты же один, точно. Ты какой на пулы, блин? Да, блядь, ну, типа, страшно, блядь, побежал уже, блядь. Персы не будет, я заберу. Так. Оптикс, что-то тебе не везет, молодой. Войд, дай бар. Да, блин, Войд, Оптикс давно не был. Он тактик не знает. Опа, слишком много мобов вызвали. Да, ну, нормально. Они умирают за, ну, сколько, 5 секунд. Сейчас посмотрим, когда они будут кастовать все. Они не будут кастовать. А, дай себе покикай касты фуловому. Дай себе кикаешь касты фуловому. Донт, отводи. Но только не в этот, не в ордетер зону. Удушающая. Удушающая рядом с меликами. Задохнитесь собственной ненависти. Все, пошли по часовой. Большое. Мелики дальше по часовой, там разлагающие.
луча отошли все? Вот луча еще сыграли. Страшно жить. Проклятие, диспельте, фигурсите. Карась, чё и не куда? Кто? Иннер, чё не куда? Забежали. Так, по порталам разошлись. Свага ещё убили. Я осуждаю кого-то из вас. Так, кто не в своей метке бегает, признавайтесь. Дон, слышишь, а у вас этот, у вас тяжелый щупальце где-то стоит. Блять, вы да, что, не можете убить щупальце, что ли? Вы угораете? Ребята, что, это новые появились? Тут, Невер, что такое токсик? Да тут, блядь, просто пиздец, блядь, все в одну сторону побежали. Полкруга чистого вообще было. Смотри. Все в эту сторону побежали. Я ж назначу. Извините, я прям рейс. Кто? Рейс. Готовимся выходить. 5, 4, 3, 2, 1. Ну мы, скорее всего, за второе переведем. Если повезет. Да, сейчас не повезет, скорее всего. Не, комната просто быстрая была. Ну хотя заплакали не сильно. Подойди к этому. Да-да-да, к метке. Все. Что очень много ДПС. Так, готовьтесь, портал. От луча отошли? От луча отошли. Зашли в портал. Но комната самая быстрая. Два портала, где еще? В свисте, кто я повесил, стоит? Бро, я повесил. Свисту Айнен. Вот этот удушающий разбейте. Угу. А ты зашел в портал? Вобро. Нет, нет, я вешу еще до сих пор. Меня нормально. Постоянно почему-то на йоге выкидывает, я не понимаю почему. Тут один можете зайти, если там право остался. Что? Ну мы успеем пройти. Да. Просто. Ну. Может и нет. Давайте свои. Не наверное, не успеем все-таки. Да, не успеваем. Выходим. Ну, готовьтесь, точнее. Вышли. 4, 3, 9, 2. Ну, блин, 1. У нас тогда был 67, то есть нам нужно было нанести чуть больше. Можно было Геру дать. У нас у брони хватало. Что зачем? Да плюс 0 можно было давно делать, просто если в этом особый смысл, да, если... Маунт дает плюс 0. Схожий, схожий. Маунта. Голову, что ли? Блин, можно на локи себе купить. Слышишь этот квадрат? Пошли со мной, покажу тебе прикол. Портал. Так, вам дать время этот... Нет, еще появится. Не, никого нету, никого нету. Могут появиться. Удушающая появилась. Большая появилась. Тяжелая появилась. Не бьем мозг, не бьем мозг. Излучи вышли. Попробуем. Я наверх уйду. Не-не-не, оставайтесь. Да, милики, останьтесь, а это все полезно наверх. Помогай. С обратной стороны разлагающей. Да, 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 можете выходить, добивайте. Добивайте. Значит, добиваем. Времени. У нас 40%, мы добьем его. Я за ульдой. Ну, ничего. Здесь ничего не нужно отсюда. Милики сыграли в разлагающее. А у кого третья аура? А, у меня. Я дам тогда первый. Геру. Мастер. Угу. Кто там следующий будет давать? Я, давай, собственно. Мобов залили. Сейчас милики под этот зальют. Mm-hmm.
Оптикс, берешь третью ауру. Дашь мастер. Я скажу. Тотем на ману поставьте. Мастер. Какой тотем на ману? У нас нету Аршама. Флэш. Освобождаю оптикс. Флэш, берешь третью ауру. Все, я скажу, когда дать. Мастер. Не успел. А, у тебя в КД, когда ты его успел дать? Все, я понял. Тогда освободи его Корнеасу. Блять, у меня так вода. Да, вы там скоро его добьете, я уже устал. Скоро. 20 секунд. Вряд ли успею. Берегитесь. Угу. Успею. Дубовую не успел, да? Так он даже не на меня бежал. Ну что ты не сделал? Я бежал, у меня сало было. Я не мог забрать. Чё упало? Чё упало? Тапочки, надеюсь? Колечко. Сука, блядь. И осколок. Не, осколок 100%. Осколок 100% съел, да? Я помню, не падал вроде бы. Не-не-не, 100%. Только на первых когда не падал. Вкусное колечко, конечно. Ой. Дай типа. Благословляю вас. Че, вот ты четко. Что дать? Все, всем спокойно. Спокойно еще. Всем спокойно. Пацаны, в Каражан никому не нужен приз. Ой, ничего. ДП, ДЦ. Вообще, в целом. Ну, в целом, просто собираем, ну, рандомно, условно. Вот я, возможно, захочу собрать, ну, на следующем КД, но нет. Так вон тебе линканул, дрыщ. Дайс. В босса, на в йога. Дрыщ линканул. Раз ты ушел, слушай, ну где ты там? В смысле? А. Я тебе потом передам. Дай дуату пока. Да я на почту скину. Или так. Токен за ЕП. Держи токен. Держи ЕП. О, это я на следующий АКД первый по приорус на токен. Офигенно. Какой будет душный. А, во втором рейде будет дрыщ, он будет разбавлять душную атмосферу своим пением. А Годлик вообще ничего не лутал? Да, Годлик вообще ничего не лутал. Как и я. Все, всем спасибо. А где там токены и камень? Блять. Так, все, а ты не ищи себе в пати, да не.